12 мая, РИА Новости. Рекордная партия поддельной текилы объемом почти 200 тысяч литров конфискована сотрудниками прокуратуры в мексиканском штате Халиско. По сообщению портала Универсал, партия была обнаружена в одном из домов города Тлакепаке. Фальшивый напиток был разлит по бакам. Информация о крупной партии фальсификата была предоставлена правоохранительным органам, регулирующим Советом Мексики по текиле. Еще в 2012 году самый известный в мире национальный мексиканский продукт текила получил дополнительные меры защиты и поддержки, в том числе и на международном рынке, благодаря принятым правительством страны новым регулирующим нормам. Изменения в законодательство о текиле коснулись четкого разграничения в маркировке бутылок, содержащих именно текилу, и тех, которые содержат другие алкогольные напитки, сделанные на базе агавы, растения, используемое при производстве текилы, и напоминающие текилу. Крепкий алкогольный напиток начали изготавливать в 16 веке в окрестностях мексиканского города Текила, откуда и пошло его название. Текила изготавливается из сока сердцевины голубой агавы. Крепость напитка составляет 38-40%. В Мексике всего 5 штатов – Мичоакан, Халиско, Наярит, Тамаулипас и Гуанахуато – имеют право производить